За 6 месяцев в основной капитал области инвестировано около 130 миллиардов рублей. По данным Тюменстата, это почти на 32% выше аналогичных показателей 2015 года. Впрочем, по мнению экспертов, ждать к концу декабря высокого экономического роста не стоит. Сейчас главная задача, поставленная губернатором перед властью и бизнесом, сохранить достигнутые показатели. При этом ставка делается не только на крупные инвестпроекты, но и на небольшие производства в районах. Для муниципалитетов это увеличение сервиса, там, создание рабочих мест дополнительных и так далее. Туристический трафик, на мой взгляд, он имеет место под собой быть. Это увеличение, так сказать, опять-таки, и работников, и туристов.